Доброе утро, господа и дам. Опять еду в Давао. День обещает быть очень хорошим, солнечным. Видимость изумительная. Но в небе есть такие вот перья. Если есть такие перья, это говорит, что там ветер, и он рвет облака. Понимаете? Этот ветер может опустить. Но это не важно. Еду за мангостинами, потому что они, капутяне у нас в деревне, практически не продаются. На острове они вообще, на Сомали, очень дорогие. Ну как дорогие, 80 песо. На Банкирахане можно купить за 30, 40, 50. Ну, на выбор хорошие мангостины. Это для меня важно. Я не избалованный, просто этот, именно этот фрукт я очень уважаю. Поэтому вперед за мангостинами. Секонд-хенд, и он тянется, и тянется, и очень далеко. Как-то так, тут у них секонд-хенды большие. В секонд-хенде можно купить все. От шляпы до носков. Так вот брокколи лежат. А мать брокколи? Эйти. 80. Вот и сколько, смотрите. Цветная капуста. How much color? Same price. How much? 80. How much okra? 80. Very expensive. Вот так вот спокойненько можно торговать овощами, то есть покупать здесь овощи. Перец. Видно, срез хороший, можно брать.
редис, 10 песо. То есть вообще редиска белая по 10 песо, с ума сойти. По 80, у нас по 150 на рынке. Капучане по 150-180, тут лук по 50 даже есть. Конечно, выгодно ехать на Бампирафан. Имбирь 35-25. Я его попросил, у него тут еще услуга, чистить ножом, он сам чистит, ножичком чистят то, что подгнивает. Представляете, вот он сейчас у меня чистит то, что подгнивает. Нормально? Супер. Так покупают брокколи. А вот брокколи, собственно, момент. Вот брокколи 60 песо. Вот представьте, какая цена. Я очень доволен. Окей. Much number 60 per kilo. This one is 80. Yes. This, how much? Per box. What? 1,200 per box. Wow. 1,100. Ay, yung kita nanda. У мангостины поднялись в цене, они стали крупнее, ну вернее, сами по себе. How much 1 kilo? 1 kilo? 70. 1 kilo мангостин? 70. 70. 70 per kilo. Мангостин? 50. Мангостин? 70. 70. Yes. Per kilo. Okay, per box. 1,100 per box. 70 per kilo. Вот он хочет, чтобы я взял черные по 70, но они уже на пределе. То есть они уже. Они уже финиш. Финиш. No good finish, this not soft. No soft, man. It's not good. Black. Glass A. 1,200 per box. 1,200. Yeah. This how much? But 1,100. I have, I need 10 kilos, 10 kilos. 10 kilos? No good. 10 kilos? It's not good. You see, not good. It's good. My class A.
You have more mango seeds? Yeah. 70. 70? Yeah. It's good. Okay. Class A. 10 kilos? 10 kilos. Choose. Choose. Practice. Big mangosteen. Yeah. Practice. Kalinan. Ну вот, купили 10 килограмм мангостинов, 5 килограммов брокколи. Едем домой. Экономия ориентировочно, ну где-то до 1500 песо, можно так сказать. И еще только утро.